Салам алейкум. Я нахожусь в горах Ингушетии. Сейчас время осеннего покоса травы. Вот очень красивые площадки. Которая скошенная трава стоит. Здесь высота где-то 2 километра, 2200. А вокруг у нас горы Цейлама. Это дорога района центр Джейрах. Это Арамхинское ущелье. А там главный Кавказский хребет, и вот спрятался Казбек двуглавый. Вот он. Его Лермонтов называл Седовласым за то, что он постоянно в облаках. Но сегодня очень ясная погода. Облаков нет, поэтому его седло видно. Вот он. Как седло лошади. И наверху у него таких две горбинки, поэтому его называют двуглавым. А это уже культурная смотровая. Есть еще идут строительные работы, но в основном как бы уже, наверное, на финише. Построено очень красивое кафе с одноименным названием Цейлам. С такой открытой верандой. Вот она. Очень хорошо встроена. Скалы смотровая. Она круговая, пешая. Идет прям по хребту. Вау. И вот так с какой открытой веранды можно рассмотреть главный Кавказский хребет.